Реализацию программы комплексного благоустройства дворов контролируют народные избранники. Депутаты окружного совета проинспектировали ход работ в одной из старейших частей Красногорска – на улице Чайковского и проезде Чехова. Скоро эта территория преобразится. В зеленой зоне вырубят сухостой и оборудуют газон, в пешеходной – 400 квадратных метров асфальтированных дорожек. И самый главный момент, что здесь будет еще установлено несколько видеокамер и будет полностью освещена территория. Так как именно возле этого дома она до сегодняшнего дня страдает. Людям будет комфортно и в темное время суток. Об удобстве автомобилистов тоже позаботятся. На проезжей части заменят более 3000 квадратов асфальта. Дополнительно подрядчик оборудует 8 парковочных мест. С специалистами подрядчиками пообщались, сложностей никаких нету, работа идет по плану. Будем периодически приезжать, смотреть, как выполняются работы, какое качество, получать обратную связь от жителей. Это приносит пользу. Это взбадривает подрядчика, субподрядчика, заказчик будет почаще бывать на территории. Это только польза от этого. Основную часть работ подрядчик намерен выполнить к середине августа. Плановый срок сдачи объекта – 1 сентября. До полного завершения благоустройства работы продолжат контролировать муниципальные депутаты.